Вот, друзья, приехали покопать сегодня. Это у нас второй полноценный выезд в этом сезоне. Коля что-то нашел, копает. Приехали сейчас на такое поле, но хотим покопать, когда стемнеет. Юрка что-то нашел. Сейчас подойдем, посмотрим. Вот такие вот места. Вообще хотим дойти туда вдали, распаханное поле. А здесь ходим по стерне. Была раньше деревенька. Ну, сейчас подойдем к Юре, посмотрим, что у него за находочка. Первая находочка у Юрки сегодня. И он торчит на земле монетка. Хорошо, что не срезал по ней лопатой. Мог бы срезать. Что это у нас, СССР герб? Ага. 20 копеек. Надо чистить. Года не разобрать. Ну, рамочник. Уже приятно. Пойдем. Пойдем копать дальше. Друзья, пришли на распашку. Вступил сигнальчик прям на углу колеи. Я его в эфире не снимал, вот копнул и сразу так вот вывалился какой-то кругляшок. Что за кругляш? Не смотрел. Глина, грязно. Может, потом видео вставлю. Ну, похоже, одна копейка. Одна копейка. Николаевских времен. Год, ничего сейчас не скажу. Ну, постараюсь почистить. Может, покажу. Ну, друзья, потер немножко. Ну, одна копейка. 1898 года. Не знаю, может, отмочим. Ну, вроде сохранчик даже неплохой, ну грязненькая. Ну, будем копать дальше. Вон. Юрка что-то ковыряет. Вот тяжело ходить. Такая вот только вспаханная земля. Но ходить надо. Вот, друзья, смотрите, вот такой вот сигнальчик. Бегает 61. Сейчас копнем, посмотрим, что там. Ну вот, друзья, вот такой вот был прекрасный сигнальчик. А в итоге жопка от гильзы, блин. Ну, будем дальше искать. Еще один шикарный сигнальчик. Сейчас копнем, проверим. Ну вот сигнальчик шикарный. Такая вот шикарная картечь. Тоже находка. Продолжаем дальше. Друзья, чуть нашел сигнал, вывалился в траву. Сначала думал, что какой-то шмурдячок. Потом в итоге выползла вот такая вот монетка. Это, скорее всего, полкопейки Николая Второго. Надо почистить и посмотреть. Сейчас почищу. Ну, друзья, потер пол копейки 1898 года. Это особо не видно, но если немножко подмочить, начинает темнеть. Не особо видно. Ну, продолжаем искать дальше. Такое вот место.
Ходим, ходим, выхаживаем, но находок не сильно много пока. Ну вот, друзья, ходим по темноте, зашли на мусорку. Одни крышки, фольга. Ну, все-таки 10 копеечек выдрали. 10 копеек 1923 года. Старый герб РСФСР. Так, немножко монетка, конечно, подбитая, но все-таки билончик, приятно. Наверное, на этом будем коп заканчивать. Уже темно, на полях еще воды много, очень мокро. Поэтому еще рано ходить по ночам, потому что можно влететь хорошо в грязь и в лужу. Вот, сейчас посветим. Может, что-то будет видно. Вот так вот ходим. Только фонариками подсвечиваем себе. Все, друзья. Заканчиваем. Всех благ вам, вашим близким. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Дальше будет намного интересней.